Велики. Сегодня по всей России на акцию «Бессмертный полк» вышли миллионы наших с вами сограждан. Десятки миллионов. Но с нами и они. Десятки миллионов погибших. Тех, кто отстоял наше право жить. Тех, кто завоевал свободу и независимость нашей Родины. И сегодня в незримом строю они идут вместе с нами. Идут вместе с нами для того, чтобы напомнить нам, живущим сегодня, какой ценой нам досталась эта святая победа. Мы стоим на этой земле, политой кровью тысяч и тысяч наших с вами сограждан. Сегодня Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации, президент нашей страны Владимир Путин сказал, что в годы Великой Отечественной войны сковалось священное родство народов Советского Союза. Здесь, в нашей калмыцкой степи, в земле, стали братьями по крови и русские, калмыки, даргинцы, украинцы, белорусы, грузины, армяне, евреи и еще сотни национальностей нашей великой страны. Тех, кто не на словах, а на деле доказал, что они братья по духу, братья по крови. Наша святая обязанность помнить о том, что мы братья, что мы строим одну страну, независимую, гордую, что мы никогда ни перед кем не прогнемся, что на нас с нами, с этих небес, смотрят наши предки. Будем же достойны памяти тех, кто ушел. Будем достойны памяти дедов и отцов, тех, кто завоевал наше мирное небо над головой. Я обращаюсь к молодым и к совсем мальчишкам и девчонкам, стоящим здесь уже с портретами своих прапрадедов, прапрабушек, прабабушек. Помните и будьте достойны памяти своих великих предков. Будьте достойны нашей великой Родины, великой России. И всегда помните, что только тогда, когда мы вместе, когда мы едины, невзирая ни на национальность, ни на цвет кожи или разрез глаз, когда мы плечом к плечу, врагу нас не сломить. Сегодня эта акция собрала миллионы не только в нашей стране. Она проходит по всему миру. И я уверен, что из года в год к ней будут присоединяться не только наши сограждане, живущие за пределами нашей Родины, но и те, кому дорога память об этой победе. Сегодня многим бы хотелось сказать, эта страница истории перевернута. Но это не так. Эта история жила, живет и будет жить вечно с нами. История великой Отечественной войны. История великой, святой победы будет жить с нами в наших сердцах сегодня и на века вперед. С Днем Победы вас, дорогие земляки! Будем достойны памяти тех, кто сегодня вместе с нами незримо идет по городам, селам и поселкам нашей великой Родины. Великой России! С праздником вас! Память.